Дочь российского актера Владимира Машкова, Мария, сообщила о том, что недавно получила гражданство Соединенных Штатов Америки. Несмотря на то, что Мария переехала в США более 5 лет назад, официальные документы были выданы только сейчас. Мария Машкова строит далеко идущие планы, включающие изучение новых горизонтов. Актриса получила роль в новом проекте и рада скорому дебюту в американском кино. Однако, в то же время, она также испытывает сильное беспокойство. «Я покрасила волосы в светлый цвет, обязательно для новой жизни. Присоединилась к мужу и дочерям, стала гражданкой США. Теперь я могу голосовать и работать в жюри. Сменила имя, раньше была Мария Владимировна Машкова, отныне я новый человек, Маша Машкова. Скоро мой дебют в американском сериале и дебют в американском кино. Нервничаю и возбуждена одновременно», — рассказала Машкова. Однако, она не упомянула, как отец, Владимир Львович, отреагировал на эту новость. Со времени начала СВО отношения между Марией и ее отцом довольно напряженные. Владимир Машков требовал, чтобы дочь вернулась в Россию, однако она отказалась от этой идеи. Кроме того, у них различные точки зрения на происходящие события на Украине. Несмотря на разногласия, Мария Машкова сильно любит своего отца, который для нее является чутким, храбрым и талантливым человеком. Она очень соскучилась по нему и никогда не забывает о его доброй душе. Надеется, что настанет день, когда лед между ними тронется и отношения улучшатся.